Добро пожаловать на «Минуту творения». Я Эрик Ховен. Разве 3 плюс 3 равно 6? Почему? Нет, серьезно, что такое цифра 3? Можете ли вы ее пощупать, попробовать на вкус, понюхать, увидеть? Вы подумаете, ну да, я ее вижу, вот же она. Нет. Это всего лишь графическое изображение цифры 3. Если бы это была цифра 3, я мог бы сделать вот так. Ну вот, теперь больше не существует цифры 3. Видите ли, математика применяет нематериальные идеи к материальному миру. Кстати, некоторые люди считают, что мир исключительно материален. Но как же материальный мир мог создать нематериальные идеи? Каков же ответ? Он и не создавал. Они исходят из непосредственной сущности самого Бога. Чтобы узнать больше о Боге-творце, посетите нас по адресу www.creationminute.com.